В Югре увеличился рост активности малых политических партий. Об этом рассказал председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев на брифинге с журналистами. Например, в бюллетене в Госдуму югорчане увидят 17 фамилий. 9 кандидатов в 222-м избирательном округе и еще 8 в 223-м. А в Тюменскую областную думу зарегистрировали 35 кандидатов. На выборах депутатов в окружной парламент в списках оказались 78 человек, как от крупных политических партий, так и от малых объединений. По словам председателя окружного избиркома, такое разнообразие работает в первую очередь на избирателей. Активное участие для политических партий в кампании крайней степени важно. Именно так электорат, собственно, максимально узнает и готовности бороться в политическом поле. И вообще, на что способна партия как таковая. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем такое разнообразие и желаем успехов в кампании.